человек. 102 неустанно хранит города. В Светлогорском доме культуры и энергетиков прошел торжественный концерт, посвященный Дню милиции. В большом зале собрались те, для кого служба в милиции не просто работа, а часть жизни, которую они не представляют без помощи людям. Те, кто ежедневно стоит на страже порядка, следит за безопасностью и пресекает преступность. Искренние слова поздравления и благодарности в адрес представителей самой мужественной профессии прозвучали в этот день от председателя Светлогорского райисполкома Дмитрия Шабетника, начальника РУВД райисполкома Александра Зизетко, представителей различных силовых структур города и района, руководителей градообразующих организаций и предприятий. В торжественной обстановке лучшим сотрудникам милиции были вручены почетные грамоты и благодарности от районного исполнительного комитета, районного совета депутатов. Особое внимание в этот день было уделено ветеранам, про которых не забывают, к которым и сегодня обращаются за помощью. В этот праздничный день поздравления и награждения, слова благодарности за достойную службу переплетались с музыкальными поздравлениями от артистов Дома культуры и энергетиков, что сделало торжественный вечер еще более ярким и запоминающимся.